Привет всем зрителям канала Уральская усадьба. Сегодня у нас 11 марта 2017 года. Расскажем о построенной теплице капля VIP. Шириной 3 метра, длиной 7 метров. Каркас у теплицы изготовлен из профильной трубы 20/40, полимерно-порошковая окраска. Арки выполнены в виде фирм. Также у нас в теплице имеется 2 форточных блока, оборудованных автоматами. И есть у нас перегородка, которая делит теплицу в соотношении 2:5. Сама конструкция у нас стоит на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком. По торцам у нас разрезанные двери, форточки. С другого торца также, сейчас туда дойдем. Уклон на участке хороший. Перегородка у нас глухая. В маленькой секции форточных блоков нет. Также у нас сделан резиновый уплотнитель по торцам. И установлен торцевый профиль по периметру теплицы. Ну вот, пожалуй, все. Дорогие зрители, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Всем зрителям канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 11 марта 2017 года. И расскажем о построенной нами теплице фермер шириной 3 метра, длиной 6 метров. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. Арки выполнены в виде ферм. Окраска полимерно-порошковым способом. Теплица у нас установлена на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Что у нас есть? У нас есть разрезные двери, форточки по торцам. Также у нас есть система подвязки. По 2 нитки на каждую сторону. И особенностью этой теплицы является, ну, во-первых, это усиленный мощный каркас. Но клиенту этого показалось мало, и он заказал дополнительный ряд прогонов. То есть у нас по верхней части теплицы идет 2 ряда прогонов. Все, центральная — это стандартная комплектация, а дополнительные, вот они с двумя пятками, прикручиваются на саморезы по всей длине теплицы. Для чего это сделано? Ну, клиенту показалось, что снег может раздавить эту теплицу. Ну, на самом деле это не так, но после того, что у него случилось с двумя предыдущими теплицами, он решил подстраховаться. И вот там вторая. Вот, сломались, значит, эти две теплицы, и клиент решил заказать новую. Мало того, что взял усиленную, еще дополнительно ее усилил. Дорогие зрители, ставьте палец вверх, обсуждайте, комментируйте, задавайте вопросы. Канал Уральская усадьба представляет. Всем привет! Сегодня поговорим не о новой построенной теплице нами, которую вы видите, а это у нас фермер 3 на 6. А будет небольшая история, почему клиенту потребовалась новая теплица. На этом месте раньше стояла теплица, еще одна стоит на участке, сейчас мы ее покажем.
года 3 назад купленный на рынке. Клиент говорит, купил за недорого. Первые 2 года никаких проблем не было, а нынче зима оказалась снежная. И в один прекрасный день, приехав на участок, клиент обнаружил вот такую вот картину. Стояло 2 теплицы, сломало 2 теплицы. Сейчас дойдем до второй. Вот так вот это все выглядит изнутри. То есть видим, что каркас вроде как усиленный, стоит усилитель, но трубу сломало до усилителя. То есть о чем это говорит? Сейчас даже по звуку слышно, что труба, ну это жестянка, это не труба. Звонкий звук. Такого быть не должно. И ладно бы одну арку завалило все, и даже торцы погнуло маленько. То есть поликарбонат еще живой, он даже не сломался, он местами изогнулся просто, даже не вылетел из-под термошайб. Ну, каркас на свалку. Ну и заметим, что на этой теплице сделан неправильно поликарбонат на торцах, соты горизонтально. Должны быть вертикально, по-правильному. Как на наших теплицах, произведенных уральской усадьбы. Ну и вот вторая теплица точно такая же была, только цвет другой. И сломала ее аналогично. А наша будет стоять. На нее гарантия на снеговую нагрузку. Так что не гонитесь, люди, за дешевыми теплицами.